16 июня на заседании исполкома Белгороднестровского городского совета на повестку дня вынесли 22 вопроса. Первой выступила начальник управления экономического развития Наталья Коваль. Обсуждали тарифы на платных парковках в районе центрального рынка в Акермане. Соответственно, с постановлением Кабинета министров Украины по порядку формирования тарифов на услуги по использованию площадки для платных парковок транспортных средств и учитывая письмо директора КП «Сорти», предлагается установить плату за парковку одного транспортного средства на площадке для платной парковки в размере 5 гривен в час. То есть данный проект решения является регуляторным актом, процедура регуляторного акта соблюдена, более 20 дней было висело на сайте города Белгороднестровска, также напечатано в газете «Слово Приднестровье». Прошу данный проект поддержать. По этому проекту у присутствующих вопросов не возникло. И его поддержали единогласно. У центрального рынка в Белгороднестровском уже в течение ближайшей недели обещают установить паркоматы. По улицам Московской на 47 и Первомайской на 26 машиномест. Такие же паркоматы появятся и на улице Измаильской, а мест для стоянки здесь будет 37. Городские власти надеются, что акерманцы и приезжие перестанут бросать свои автомобили в неположенных для этого местах, а казна пополнится. Следующим из вопросов был о распределении квартир военным запаса Белгороднестровского гарнизона в многоэтажном доме по адресу Победы, 20. В данном будинку Министерство обороны придбало 12 квартир. Из них на данный час распределяется 8 квартир с військовослужбовцем Белгороднестровского гарнизона в связи с тем, что 4 квартиры находятся под арестом. По этому проекту у членов исполкома также не возникло никаких вопросов. Уже вскоре 8 военнослужащим планируют выдать ордера на право заселения в квартиры. А троих акерманцев, чьи условия проживания не соответствуют нормам, и двоих сирот приняли в очередь на получение жилья. А какие еще проекты решений рассматривали в этот день, вы узнаете в наших следующих сюжетах. Наталья Чеботарь, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ.